Сейчас галерея арендуется под конкурс картин молодых художников. Mm. Вообще не понимаю, кому понадобилась такая же мазня. Чего украли-то? Картина какого-то Малышева. «Утро в городе». Картину какого-то не воруют. В этом и загадка. А в чем суть конкурса? Жюри международное, премия символическая. Но победитель получает контракт на 2 года в Германии, и его работы забирают туда же в галерею. В принципе, это раскрутка. Может, потом станет известно? Так это когда еще будет? Что, получается, Варюга работал над перспективой, и за этой перспективой пошел на убийство? Не склад духа. Не то слово. Короче, вы свободны? Из галереи не уходите. Понятно. Мы же, блядь, втроем приехали. Где это молодое дарование? Ну, насчет дарования я не знаю. Семашка беседует с директором галереи. Свет, ну, у нас убийство. Времени нет вообще, поэтому я коротко. Да, у нас убийство. Вчера ты меня убил. Меня больше нет. Как же тебя нет, раз ты согласилась прийти? А я пришла сказать, что между нами все кончено. После того, что я увидела вчера в ресторане, как ты целуешься с какой-то... Да это товарищ. Товарищ по работе. Она захотела познакомиться поближе. И как близко вы уже познакомились. А, вот видишь, ты уже интересуешься. Значит, между нами не все кончено. Нет, все кончено. Я тебя больше видеть не хочу. Ну подожди, подожди. Ты вчера говорила, что не хочешь меня видеть. А сегодня что, специально задержалась в городе, чтобы сообщить мне это еще раз? Да. Да? Свет, может, ты меня все-таки любишь? Так же, как и я тебя. И мы, наконец, забудем про эту ерунду и поговорим о нашей свадьбе. Свадьбе уже все сказано. Пока ты в городе, никакой свадьбы не будет. Возвращайся в Сошняки. О, так ура! Ситуация прояснилась. То есть ты меня в городе не хочешь видеть, да? А в Сошняках, значит, хочешь. Клянись, что у тебя с ней ничего нет. Да зуб даю. Да, скоро. Слушайте, ребятушки, я же тоже здесь не ерундой маюсь. Я, конечно, их обманул, но здесь полной ерундой маюсь. Угу. О, а я вас ищу. Ты нас? Круто. А ты где завис? А он, наверное, с директором обсуждал постмодернизм. И чё? Так а что, у директора как бы срочное совещание. А. Вот. Я с ним потом пообщаюсь. Я сейчас здесь нужнее. Добрый день. Я директор и, собственно, хозяин галереи. Голдобин Вячеслав Михайлович. Я прошу прощения, что я отвлекаю, но никто из вас со мной пообщаться не имеет желания? Ну, просто у нас не каждый день картины воруют, людей убивают. Я просто думал, вы не знаете, где мой кабинет, и вот, собственно, к вам вышел. Так у вас же совещание. Отличная шутка. С кем мне совещаться? Я тут один. Фантазер, да? Почему? Реалист? Я вообще не понимаю, что здесь происходит. Это картина. Гроша ломаного не стоит. Мы в курсе. А сколько стоит? Нет, ну, Малышев, когда сдавал картину в галерею, он, конечно, оценил свой шедевр в $500. Я не спорил, но, правда, теперь выплачивать придется. Ну, явно не Джоконда. Да более того, только Малышеву $500 эти и грезились. В реальности эту картину продать за эти деньги, это просто нереально. Ну, значит, есть другая причина. Просто мы ее пока не знаем. Чем-то эта картина отличалась от остальных. Да знаю, чем она отличалась, но, уверяю вас, это не повод ее воровать. Малышев, я уже понял, что вы в шоке, ничего не знаете. Вы раз 20 уже мне про это сказали. А, извините, мне просто больше нечего сказать. Я в шоке. Я просто в шоке. Извините. Но знаете, что больше всего раздражает? Теперь я упустил свой шанс. Из-за этого. А второго такого его не будет. В смысле? На конкурсах всегда есть инсайдерская информация, кто победитель. Жюри это знает с самого начала. Ну, просто объявляет в конце. Голдобин сказал, что именно ваша картина должна была победить. Вот. Все об этом знали. Все. Подумайте об этом. А теперь нет картины, нет победы. Нет окна в Европу, нет контракта с Германией, все прахом. Это, конечно, интересно, но свято место пусто не бывает. Да, теперь победит Рябцев.
Он поедет в Германию, будто там своих алкашей бездарей не хватает. Видели его? Натюрморт. Вы видели эту потрясающую голимую мазню? С меня одной хватило. Я в шоке. Но мысль интересна. О, я уже заждался. Надеюсь, это список подозреваемых? Не совсем так. Рапорт на Семёшка. Игнорирование служебных обязанностей и так далее. Полковник сказал, что были рапорты. В курсе, в курсе. Только тут не рапорт нужен. Пинком его под зад. Так, давайте все по очереди. Сначала рапорты, потом решение о служебном несоответствии, а потом уже хитрёна Матрёна. Иллюстратов, у нас убийство не раскрытое, понимаешь? Все остальное потом. Сначала расследование. Где мотив? Где подозреваемые? Ни черта нет. Нет, с такой командой я точно не доживу до пенсии. Не вы первый. Ну, в смысле, не вы первый спрашиваете, Степан Иванович. Преступник мной уже установлен. Осталось только доказать, что он преступник. Установлен, значит. Но доказательств нет. Я без всякого Семашки догадался, кто убийца, и майор доложил. Это Голдобин сказал, что эта картина Малышева должна была победить. Сразу ясен стал и мотив, и преступник. Надо брать Рябцева. Ну ты и быстрый. Это всего лишь версия, к тому же вилами по воде. Это не разборки, кидал на авторынке. Люди искусства обычно друг друга не мочат. Да-да, именно так думал Моцарт до встречи с Сальери. Пошли. Нет, не дадут мне сегодня работать. Не дадут. Да у меня всего пара вопросов. Вам же спокойнее будет. Не будет. Я плачу модели своими собственными деньгами. Она раздевается по часам. Раздевайся, иди на подиум. Ни хрена, я его стесняюсь. Миленькая, полиции рентгена стесняться не нужно. Они все равно насквозь видят. Ладно, допустим, я вместо Малышева поеду в Германию. Причем заслуженно. Вместо халтурщика поедет мастер. Это что, какое-то преступление? Или я в чем-то виноват? Пока нет, но если вы хотите, чтобы так было и дальше, могу я смотреть вашу мастерскую? Так я и думал, дай полицейскому в рот палец. Не нужен мне в рот ваш палец. Просто осмотреть мастерскую. А ордер у вас есть? Откройте, полиция! Ну, лучше откройте, иначе они дверь сломают. Полиция еще, но я этого не выдержу. Ну как? Привет, привет. А тут гражданин Рябцев волнуется, нет ли у вас разрешения на обыск. Зря волнуетесь. Вот, пожалуйста, читайте. И половина понятых у нас есть. В принципе, этого достаточно. Так, время идет, деньги тоже. И раздевайся или нет? Ну, в принципе, для понятых-то это не обязательно, если вы настаиваете. Ну, а теперь, дочка, объясни, почему ты отца не в грош не ставишь? Пап, ты же знаешь, что это не так. Я знаю, что я запретил тебе ездить к Николаю. Я просто хотела поехать, посмотреть, как он там живет. Лучше бы не ездила. Представляешь, он там с какой-то мымрой в ресторане целуется. Совсем поиздержался. Свет, вот ты показала, что сейчас из себя можно вить веревки. Если ставишь условие, никогда не надо давать задний ход. Но если он не вернется? Ну, считай, что тебе повезло, найдешь нормального мужика. Это мне не повезло. Я договариваюсь, что он будет замначальником райотдела. Через год я планирую, что он станет начальником, а этот пацан выставил меня идиотом перед серьезными людьми. Я ему сказала, что если через неделю он не вернется, тогда я... Тогда ты приедешь к нему через неделю и спросишь, почему он не приехал. Вообще, тупиковая ситуация. Пап, должен же быть какой-то выход. Есть выход. Если не хочет добровольно, вернется принудительно, когда его выгонят из городского управления. За что его выгонят? А что, я должен придумать? У кого у нас любовь? Где моя кружка? Федь, что ты психуешь-то? Ну, отпала одна версия, придумаем другую. Я тебе не Федя, а господин капитан, понял? Хвост мне в спину. Господин капитан, разрешите обратиться? А вот для тебя я всегда Федя. А вот это дискриминация и сексизм. Давай середину, капитан Федя.
Ты что у Рябцева хотела найти-то? Еще один труп? План убийства охранника, краденые шедевры? Чего ты так расстроился-то? Из-за несовершенства системы. Ну, понятно же, что украл Рябцев, да больше некому, больше не надо никому, главное. И убил тоже он с перепуга, что его запалили. Теперь что нам надо сделать? Остается все это доказать и задержать Рябцева. Молодец, правильно. Только в обратном порядке. Надо сначала его задержать, пока он не свалил. И думаю, через пару дней в камере он сам во всем признается. Проблема в том, что нам не за что его задерживать. Ой, не смеши меня, а. Ты что, патруль ему что-нибудь подкинет, типа траву или там пару патронов, мольберт? А в принципе, есть такая буква в этом слове. Иногда очень помогает. Алена? Слышь, участковый, тут тебе не колхоз. Тут делают не то, что написано, а то, что надо. Только через мой труп. Всего хорошего. No comments. Мое дело экспертиза и база данных. Слушай, а про труп, в принципе, это нормальная тема. Давай. И если тебя посадят, останется один кандидат. У начальника группы. Кружка где моя? Вот. Это уже на цирк похоже. Вместо работы вы друг на друга доносы клепаете. Стукачи. Вы случайно датой на 80 лет не ошиблись? Мы это кто? Не твое дело. Только нет у Велистратова никаких незаконных действий. Как это нет? Он хочет незаконно задержать подозреваемого. А я хочу трахнуть на столе секретаршу Фирсова. Только это не действия, а слова. Разницу понимаешь? Слава! Ладно, хорошо, я готов побыть стукачом. Только вот после моего рапорта вы с Елистратовым уже вряд ли рискнете задерживать человека по беспределу. Я прав? Ты говори, да не заговаривайся, ишь. Тебя давно за профнепригодность не выгоняли? Давно. А, собственно, в чем непригодность? В неумении пользоваться балдой по назначению. Вы где у Рябцева обыск проводили? В квартире, там же мастерская. А может, у него 10 квартир? Не проверяли? А может, 20? А может, он у любовницы улики спрятал? Вы ни черта не проверили! Нет, ребята. С вами я до... Да доживете вы до пенсии, не волнуйтесь. Блин. Вот умеет же Кудыма на ровном месте работу найти. О, видишь, не на ровном. Да вообще у вас нормальный майор. Ты чё? Да, крику много, но толку больше. Без его пинка мы вряд ли бы сообразили, что у Рябцева, оказывается, есть гараж. Машины у него нет. Обычно преступники от улик избавляются. Но не прячут в своей недвижимости. Посмотрим. Слушай, ну, понятые мы, конечно. А, понятые? Понятые! Ау! Коль, послушай, потом дорисуем. Ты всегда такой законник? Нет, что ты. Только на работе. А в свободное время я заставляю коллег корочить замки на чужих гаражах. Хорошо? О, набор медвежатника. Вуаля! Ух! Ё-моё! И сколько мы здесь будем возиться? Пока не перестанем. Логично же, да? Да. О! Чё ты его побрал? Слушай, твой Рябцев тут мусор со всего района хранит. Пойдем отсюда нафиг, а? Или мы по инструкции обязательно должны вот этой рухлядью по башке получить? По инструкции мы должны довести дело до конца. И вообще, Женя, вот это художество на тебя упало, тебе и ящик, например, под ней проверять. О, блин. Что это у нас все? Да более знакомая картина. Это клевета. Картины не было в моем гараже. Вы мне ее подбросили. Рябцев, кто вам этот текст передал? Я вас не понимаю. Ну, просто все преступники говорят этот текст. Ну, как-то же вы его друг другу передаете. Скажите спасибо, Рябцев, что я не дал вас задержать незаконно. И вот теперь вы задержаны законно. Какая разница для меня? Вообще никакой. Садись в карету.
У меня есть две новости. Один из моих заместителей собрался на пенсию. По состоянию здоровья. А, то есть появился логичный повод поставить на его место майора Кудыму? Появился. И ты сразу мог бы стать руководителем следственной группы. Мог бы. Мне казалось, что вам для подобного решения не нужно чего-то вмешательства со стороны. Я не первый год знаю генерала. Если он привел своего чинка в управление, то не для того, чтобы держать его на задворках. И в это назначение он точно вмешается. Фирсов хочет контролировать ситуацию. Что в переводе означает «мешать нам жить». Капитан, ты держи свои переводы при себе. Виноват. Итого, я пока поживу без одного заместителя, это никого не волнует. За это время хотелось бы забыть фамилию Семашко раз и навсегда. Что в переводе? Виноват. А, ладно, будем форсировать это направление. Жень, ну нахрен вообще все это нужно? Ну? Коля, иначе суд вернет дело. В суде нужна экспертиза. Действительно ли это та самая картина, которая была украдена? Ну, послушай, ну, тебе что, трудно картину экспертам завести? Так, ну, логично ее автору завести, уж он точно определит. А авторы они сами вызовут и вставят заключение. Послушай, ну ты ее нашел. Ты это раскрутил. Ты супер-коп. Ну, так кому ее вести? Ну. Ладно, давай. На самом деле, ну не мне же через весь город по пробкам пробираться. Ну. Я картину показываю. Все, признаю, там марихуана. Для себя покупал, не за продажи. Ну все, Семашко. Вот теперь мое терпение лопнуло окончательно. Да, Степан Иванович, лопается же сразу окончательно, а частично ничего не лопается. Даже клизма. Шутник, значит, да? Ага. Ну, посмотрим, кто будет смеяться, посмотрим. А пока я отстраняю тебя от расследования. Вот распоряжение полковника Клязьмина. Ой, видите как, это Клязьмин меня отстраняет, а не вы. Я так и думаю. Да, я бы пристрелил. Так надежнее. Утеряна ключевая улика. Ключевая! На твое счастье нашлись еще кое-какие улики. Так, если нашлись еще кое-какие улики, собственно, значит, это не ключевая. Ну, вы ошибаетесь, других улик-то тоже нет. Дмитрий Петрович, пригласил тебя специально высказать респект. Молодец, быстро справился. И получилось гораздо лучше, чем с пистолетом. Спасибо. А вы о чем? Не прибедняйся. Теперь расклад будет простой. Семашко потерял ключевую улику в деле об убийстве
Даже Фирсов не станет его покрывать в этой ситуации. Его выпрут, и ты становишься руководителем группы. Вот только убийство все равно нужно сбагрить. Поэтому улику как-то верни. Быстро найди, например, не знаю, тебе виднее. А как я ее верну? Я понять не имею, где она. Я к этому отношения не имею. Честно, Дмитрий Петрович. Но я прекрасно понимаю, что, сидя за решеткой, Рябцев не мог украсть картину из машины этого сошняка. Но давай рассуждать логически. Что мы расследуем? Мы расследуем кражу картины из галереи Артеса «Убийство охранника». Картину в гараже у Рябцева нашли? Нашли. Одежду с кровью охранника нашли? Нашли. Вот. Алиби у Рябцева нет. Все, суду этого достаточно. А почему картину украли второй раз? Да какая разница? Может, карма у нее такая? Я думаю, что... Ну что, думаете, вы раскрыли это дело? Вроде да. Зря думаете. Вот он уже передумал. Излагай, а потом сразу в дурку. Может быть, один этап лишний? Молчать. А тебе говорить? Так что тут долго говорить-то? Я просто выяснил, что у Рябцева 48-й размер одежды. Ну, вот и все. А олимпийка эта с кровью из гаража, она 52-го. Да Рябцев бы в ней утонул. Все, капец. Развалилось дело. Ну, что с ним делать? Вот из-за таких я уже 200 лет майор. Рябцев не на подиум собирался. Схватил, что под руку попалось в гараже, и пошел картину тереть. Это тебе не глупый начальник говорит. Это глаз народа. Да вы поймите, что преступник вообще не собирался никого убивать, понимаете? Не собирался. Поэтому надел удобный костюм, свой спортивный. Кстати, судя по куртке, очень дорогой костюм. И новый. Такие просто так в гараже не валяются. Значит, что нужно сделать? Нужно понять, каким образом это все оказалось в гараже. Он либо издевается, либо в дурку. Слушайте, ну вы выбирайте как-то сами, ладно? Потому что я чувствую, что я сильно опередил скорость мысли. Все, разрешите идти? Спасибо. Не, ну он просто немножко перенервничал, просто из-за этой пропажи куча неприятностей. Я предлагаю, не обращая внимания и... Никто и не собирался. Ладно, готовьте материалы в суд. Я вижу, вы нормальный человек. Поймите, я ничего не крал, никого не убивал. Мне это все подбросили. Я это понимаю, я понимаю. Но следствию нужны факты, понимаете, тоже факты. Но вы сами как считаете? Вот кому было выгодно, чтобы картина Малышева пропала? Если дадите четкий аргументированный ответ, у вас есть надежда. Кому-кому? Малышеву и выгодно было. Еще как выгодно. Это неожиданный поворот. Не понял. Капитан, а вы что здесь делаете? Что? Сколько мне известно, наша группа занимается этим делом. Насколько я знаю, вас от этого дела отстранили за преступную халатность. Так что покиньте, пожалуйста, помещение. Капитан, я же тебе вроде не подчиняюсь. А я тебе вроде. Короче, я сейчас вызову охрану. До пяти считаю. Четыре. Ухожу. Ощущение, что эту картину Босх рисовал. Будет тебе и японский Босх, и матка Босха. Если еще раз узнаю, что ты с ним разговариваешь, пеняй на себя, переведу в карцер, понял меня? На бетонный пол. Да переводите меня хоть на хозрасчет. Это тюрьма или сумасшедший дом какой-то? Как я должен выбирать, с кем мне разговаривать? Как? Вы знаете... Как ни парадоксально, но версия вполне вероятна. Я бы до такого не додумался. Зачем Малышеву воровать собственную картину? Ну, вы знаете, чтобы это понять, нужно быть из этого мира. Да. Ну вот представьте, Малышев выиграл конкурс. Да. Поехал в Германию. Потратил свое время, деньги. Вероятность того, что он... будет там популярно, ничтожно мала. Но если здесь украли его картину, плюс еще труп... То всем сразу понятно, что ерунду не воруют, а только шедевр. Ну, грубо, но схема правильная. Опять же, при правильном пиаре возможен весьма дурной взлет и моральный, и какой-то имиджевый. В общем-то, нет никакого пиара. Ну, не знаю. Пока что это только наши с вами догадки.
Да. Я прошу прощения, мне, наверное, уже пора закрывать двери. Просто целый день не работали, а завтра в 8 утра открытие. Хорошо вам отдохнуть. Я тоже, знаете ли, домой в люлю, а то был очень длинный день сегодня. Закончен. Переходим от хорошей музыки к плохим новостям. Настоящий шок у ценителей современной живописи вызвала кража в галерее арта с картины известного художника Алексея Малышева «Утро в городе», которая, по слухам, на днях должна была перебраться в маститую немецкую галерею. Сейчас полиция выясняет, кто же хотел так дешево украсить свою коллекцию бесценным шедевром. Причем это желание оказалось настолько сильным, что в процессе его реализации был убит охранник галереи. Увы. Радио 1. Поехали! Я понимаю, что вы из полиции, но отвечаю на ваши вопросы, насколько позволяет закон. Ну, давайте без формальности только, ладно? Откуда появился в программе текст информации о краже картины в такой формулировке? Информацию о правонарушениях мы берем на сайте управления полиции. А формулировка... Мы творческие люди. Творческие люди. Угу. Хорошо. Давайте откроем сайт управления полиции. Давайте. Так-с. О, лента криминальных новостей. Да? Странно, да? Информации о краже в Артосе здесь нет. И не было. Ее пока вообще не успели разместить. Других хватает. Ну, слушайте, я же не прошу показаний под роспись. Просто скажите, кто передал текст? Мне нужно решение суда о предоставлении персональной информации. Да, понятно. Вот полный текст решения суда. Утверждаю сразу, заполнений не будет. Малышев принес текст. Ага. Автор картин. Вчера вечером завез. Сегодня утром проверили по своим каналам. Факт налицо. И час назад пустили в эфир. Обычная практика всех медиа. Можно даже и официально заплатить. Ну, лучше, конечно, неофициально, правда? Понимаю. Слушаю. Нет, Степан Иванович, я не испытываю терпения. Я отстранен от работы до окончания служебного расследования, моей преступной халатности. Нет, я не издеваюсь, я сплю. Нет, я не больной, я здоровый. Есть срочная привычка. Не на безрыбье, так на безрыбье. Степан Иванович, так я же объясняю. Мы с Баркашом только что оттуда, а там все гламурненько. Чего, никого не убили, окон не били. Картина исчезла бесследно вместе с преступником. Вы будете очень смеяться? Это вряд ли. Нет, будете. На этот раз сперли картину Рябцева «Натюрморт». Но вряд ли это тоже сделал Рябцев. Он сейчас в ВВС. Я дико извиняюсь за опоздание, но я сам недавно узнал, что, оказывается, я снова работаю, и вы снова мои коллеги. Заткнись! И садись. Так, Семашка, к сожалению, здесь твою галлюцинацию никто не понимает, потому тебе и объяснять. Но я пока вижу следующее. Сначала Рябцев украл картину Малышева, чтобы победить в конкурсе. Идея понравилась. И в следующий раз была украдена картина Рябцева. Ну, чтобы в конкурсе победил какой-нибудь Петр Боткин, Селедкин. А завтра Боткину, Селедкину
недолго придется радоваться. Потому что его картину сопрет какой-нибудь Сидоров. Картину которого, в свою очередь, украдет Иванов. И так пока не останется один победитель. То есть произведение «10 негритят», только художники. Так? Все правильно? Не совсем. В свете полученной мною вчера информации, моя окончательная версия выглядит так. Алена Юрьевна, доброе утро. Хотя, какое она к черту доброе? Да уж, что-то вы к нам зачастили. Так ведь непонятно, как на этот раз вор проник в помещение. Уже сдалась ему эта мазня. Наверное, он мазохист. Вы, если к ребятам, они у начальника, а он у нас неторопливый. Так, собственно, я могу и к вам. Видите ли, полиция неспешно работает, а я на деньги попадаю. Вот сейчас Малышеву $500 должен за его нетленку, вот теперь Рябцеву тоже 500. За его, прости господи, гнилые тыквы. А, знаете, налоговая, она словам не очень верит. И не дай бог подумают, что я деньги отмываю. Понятно. Нужно зафиксировать факт кражи. Да. В свободной форме, дескать, ну, не знаю, картины украли, ведется следствие. Ну, и в таком духе. Не волнуйтесь, я напишу. Алена Юрьевна, я безумно вам благодарен. Спасибо. То есть, по-твоему, получается, что Малышев придумал всю эту аферу с кражей и убил человека, чтобы поднять рейтинг? Получается, но поскольку убийства в планах не было, то потом ему пришлось отводить от себя подозрения, и он подбросил улики в гараж своего недруга. Ну, похоже на правду было бы, просто непонятно, что реально это ему принесло. Так я проверил в салонах, он вчера втрое повысил цены на свои картины, а они после эфира на расхват. Да галимая конспирология, гидрический батон. Ничего не меняется. Убил Рябцев, чтобы выиграть конкурс и поехать в Европу. А Малышев просто воспользовался ситуацией для своего пиара. Только это не криминал. Это маркетинг. Я совершенно не возражаю. Но возражает календарь. Малышев пришел на радио и проплатил информацию 25-го вечера, а картину украли позже. В ночь с 25-го на 26-й. Вопрос знатокам, он что, экстрасенс? Семашка, не мучай нас, так мы никогда не разгребемся. Иллюстратов. Есть идеи, как посадить их всех? Пока нет. Плохо? Ты сегодня не в форме? Тогда другая идея. Это редактор наплел, что Малышев приходил на радио 25-го вечера. А Малышев, сам сказать, совершенно другое. Ох, копыта мои, копыта. Так проведем мощную ставку, посадим их друг напротив друга и пусть разбираются. Вот и проведите. Но только пусть они для начала опознают друг друга. Итак, гражданин Тихомиров, посмотрите, пожалуйста, внимательно на этих людей. Кто из них принес вам информацию о краже картин? Никто. Малышева среди них нет. Я не понял, что значит нет. Малышев, молчите. Семашка, ты спалил опознание. Что вы мне голову морочите? Не может быть среди них Малышева. Так а я тогда кто? Никто. Малышев здоровенный бугай, на голову выше меня. А это какие-то пигмеи. Женя, как-то нас подвела формальная логика. Получается, к редактору приходил не Малышев, а человек, который сказал, что он Малышев. Ну, естественно, а Тихомиров у него документы не спрашивал. Ну, зачем? Человек ему реально кэш принес. Вот, получается, приходил настоящий вор-убийца. Для того, чтобы Малышева подставить, а потом он же подбросил улики, чтобы поставить Рябцева. Какой интересный детектив-то получается, да? И заодно и кровавая куртка 52-го размера встала на место. Ты прав был? Так, я всегда прав, о чем ты говоришь. Отсюда два вывода. Первый, гони нафиг Рябцева из изолятора, хватит нас объедать. Сделаю, а второй вывод... Пока не поймем, что объединяет кражу двух копеечных картин, так и будем ходить кругами. Так, ну что у тебя? Как обычно, все отлично. Ага. А я в базе нашел план здания, в котором твоя галерея даже распечатал. Ух, спасибо, буду разбираться. Только там не написано, как ворам проходить сквозь стены, чтобы красть картины.
Что, даже подземного хода нет? Разве что по канализации и вылезти через унитаз. Миша, вот почему у программистов самый черный юмор? Ну, коли уж ты начал в этом ковыряться, найди, пожалуйста, мне по Артису вот все, что возможно. Вот, чем больше информации... Тем глубже ты завязнешь в спаме. Но я найду. Прошу. Вот наш двор. Угу. Видите, снизу доступа никакого нет. Наверху все окна закрыты. Вот ремонт никак не закончим. А остальные здания нам не принадлежат, и сообщения между ними нет. Все перепланировано давно. Ну, я думал, хоть черный ход есть? Да нет, ну, наверное, был где-то когда-то, но сейчас все давно. Ну, да-да-да. Да и зачем мне черный ход? Знаете, меньше дверей, меньше проблем. Оказалось, не совсем? Да нет, ну, вы же видите, здесь нереально, разве что окно разбить. В прошлый раз вот так и проникли. Ну, теперь... Вы знаете, вчера сигнализацию поставили на разбитие. Ладно, спасибо за экскурсию. Поеду в контору тогда. А? Говорю, поеду в контору. А, да. И если вдруг я понадоблюсь, то милости прошу всегда, вашим услугам, да. Благодарю. До свидания. Иначе будет травма. Ребят, я сейчас все объясню. Ты только врать не нужно. Тут два раза уже галерею грабили. Ну, хоть ночью. Да. А тут совсем уже обнаглел. Днем полез. Да дайте хоть слово вставить. Я из полиции. У меня в кармане удостоверение. Вы что? Мы по чужим карманам не ладим. Сейчас полиция приедет. Ой, лучше не надо, а то я здесь не совсем официально. То есть ворюга. Так, мне кажется, наша встреча затянулась. Что? Ну, теперь точно понятно откуда. В полиции. Ой, Степан Иванович, вы представляете, ребята как президента довезли. С сиреной, с мигалками. С черепно-мозговой травмой, придурок. Уже понятно, что ваш кадр. Оставляем на поруке. Он у вас что, лунатик? Маразматик. Свободно. Ну, Степан Иванович, вот это был очень важный следственный эксперимент. Эксперименты нужно официально проводить. Я чувствовал, что нельзя тебе без отстранения доставать. Пошел в контору и никуда не ногой. Так точно. О, такси, такси. В галерею Артес. Что за пожар? Я по телефону так ни черта не понял. Вот, я нашел камеру, которая смотрит на галерею со двора. Это запись. Время? Ну, самому интересно. Ну, предположим, с 12 ночи. Придется пустить на ускорке. Угу. Так, что-то есть? Ну, это туда, обратно. Туда и обратно. Обоим понятно. Правда? Нет, неправда. Честно говоря, ничего не понятно. Но, судя по твоему плану, вот это вот вид на окно кабинета Голдобина, да? Из него можно спуститься по лестнице в зал с картинами, да? Ну, предположим, да, предположим, что Голдобин забыл его закрыть. Но преступник-то откуда знал, что окно открыто? И опять формальная логика. Ты, кажется, просил собрать материал по Артас. Что-то нашел? Но для начала я должен рассказать про алгоритм поиск. Я тебя умоляю, только не надо рассказывать мне про алгоритм поиск. Тогда слушай. Угу. Интернет... Это чудовищный массив информации. Она открытая. Внутри, в ней можно искать по ключевым словам. Например, галерея Артас. Пристрелить тебя, что ли? Не надо. Тогда некому будет подвести итог. Вот,
два очень интересных документа из базы одной малоизвестной страховой компании. Так, несите-ка это все, вот это вот искусство в подсобку. Там потом художники разберутся, где чья нетленка. Добрый день, Вячеслав Михайлович. Меняйте экспозицию. Ой, вы знаете, я это увидеть уже не могу. Слава богу, с завтрашнего дня выставка итальянской майолики. Да-да-да. Вы знаете, у нас ничего не меняется. Ну что, говорили, что поймали преступника. Ну, я же говорю, ничего не поменялось. Рябцев сидит в изоляторе, готовим материалы в суд. И пока Рябцев сидит в ВВС, кто-то залез в ваше окно и спер вторую картину. Интересно. Кто это мог быть? Вы знаете, мне же тоже интересно это знать. Господи, как же это я дурак-то окно не закрыл? Так забыли, наверное. А? Говорю, забыли, наверное. Но, знаете ли, мужик, который залез, тоже протупил. Обронил во дворе два страховых полиса. Вы хотите в цирк? Тут не жать некуда! Голдобин, да хватит дурака валять! Откройте дверь! Не хочет? Ну, похоже на план Б. В управлении полиции. Два счетчика. Как вы думаете, откуда мы знаем, что из вашего кабинета два выхода? Правильно. У нас есть план. Вы застраховали эти картины по 30 тысяч долларов каждую. Копии полисов нашлись в базе страховой компании. И деньги бы получили именно вы. Галерея – частная лавочка, вы хозяин. И никто бы не узнал. У вас компания-то не резидент, правда? Ну и что, оставалось только выплатить оговоренные копеечки авторам. Неплохой навар, не правда ли? Ну я же не хотел никого убивать. Просто охранник меня узнал. Понятно, что ему не жить после такого конфуза. Mm-hmm. А что, страховые компании, они верят на слово? Ну, а так он у меня попросил официальную справку, типа для налоговой, чтобы выплатить художникам компенсацию. Мудюр у нас, гражданин Голдобин. Вот в этом я как раз не уверен. Гражданин Голдобин, минуточку внимания. Скажите, пожалуйста, а зачем вы подбросили украденную картину в гараж Рябцева? Ведь ее нахождение исключает получение страховки. Да. Я запутался просто, ну, перемудрил. Картина – главная улика. И... Ну, а поскольку мы ее нашли, вы решили исправить ошибку. И снова ее сперли. Голдобин, где картина? Послушайте, у нас в отделе из-за нее уже все как зомби. Я по этому поводу уже все сказал, мне больше нечего добавить. Все, Ядрёна Матрёна, все перерыли. Нет картины ни на даче, ни в галерее, ни дома. А у тебя прям на лбу написано, как ты хочешь ее найти. А это ты расскажешь управлению собственной безопасности, понял? Понял. Голдобин, где картина? Опять 25. Я же объяснял вам, я один раз ее украл. Один, понимаете? Где картина? Да не знаю я! Фантастический персонаж этот, Голдобин. Убийство признал, две кражи признал, аферу признал. А копеечный эпизод, который, ну, ничего не меняет, ни в какую. Ну, значит, не все так просто, как вы думаете. Ребята, больше всего эта картина нужна мне. Против меня же расследование. Вообще, пойдемте спать. Уже как-то перебор впечатлений. Ты чё? Так же инфаркт схватить можно. Да? А я думала, от объятий любимой женщины получать удовольствие. Любимая женщина, я очень рад, что ты приехала. Мне сейчас тебя очень не хватает. Не знаю. Я приехала тебя поддержать. Ты только не расстраивайся. Бог с ним, с этим управлением. Вернешься домой, все забудешь, построишь карьеру. В смысле? Так,
Не притворяйся, все уже знают, что тебя выгоняют, потому что ты потерял улику. Ну, такая сука тебе. Ладно, неважно. Ты ошибаешься, Светочка. Уже все разрулили, преступление раскрыто, благодарность объявлена и так далее. А, то есть у тебя все нормально? Замечательно. Радуйся. Я с генералом беседовал. Ну, очень доволен. Ну, картину найдем, это уже не важно. Угу. Значит, тебя не выгоняют. Светочка, ты человек-загадка. Еще не что расстроилась? А, нет, нет, тебе показалось. А, я там в багажнике кое-что забыла. Сейчас вернусь. А ты пока чай завари. А, так мне... Раз все нормально, это тебе. Мне оно не нужно. Обидно. Получается, я зря рисковала. Зря старалась ради нашей любви. Света, а ты уверена, что любовь выглядит именно так?